Всем привет, друзья! Вот и закончились праздники. Наконец-то мы приехали в наш любимый город, город Анапа. Сегодня у нас 14 января. Открываем пляжный поисковый сезон. Ну, вообще, так сказать, поисковый сезон. А супруга моя пошла гулять по пляжу. Вот с такими вот палочками. Мы находимся за поселком Витязево. Анапа у нас на горизонте. Немножко штормит. Я похожу по пляжу. Что? Нормально? Ну вот, ребята, погуляли мы сегодня полтора часика. Хорошо на море, но холодновато. Все, друзья, ушли мы с моря, полтора часа походили. Давайте подведем итоги. Итог примерно вот такой. Считать я не буду, это все ходячка. 10 рублей, рубли, по рублю. Что-то можно почистить и пустить в ход. Сезон открыт.